пожаловать на мой канал, я Жанна. Мы наконец-то в Лондоне. Уже, правда, темно, мы здесь стоим, в британской авиалинии. Терминал номер 5, новый терминал британской авиалинии. Сейчас мы ждем на улице, прохладненько, всего 2 градуса. Правда, тепла, но все равно холодно. Я в Англии, не могу в это поверить, что здесь так холодно. Сейчас мы ждем Лёха, он должен за нами приехать и отвезти нас к себе в гости. Ну а потом мы, может быть, ездим и поедим в настоящем английском пабе. Надеюсь, там немного поснимать настоящую английскую еду. Паб. До встречи. Так, это паб называется Тоби Карбери. Находится он в городке Старый Виндзор. Thank you. Много народу. Ну что ж, не получилось у нас поесть в одном пабе. Это называется Тоби Карбери. Там было столько народу. Хотя сегодня вторник, но он просто забит. Там ожидается какая-то группа из много человек, какая-то вечеринка. Поэтому нам придется ехать в другой паб. Надеемся, что в другом пабе будет меньше народу. И мы сможем наконец-то поесть английскую еду. Увидимся позже. Мы подъезжаем к другому пабу. Называется он Harvester. Паб и гриль. Как он выглядит снаружи. Кстати, сейчас 8 час. У нас разница с Москвой где-то 3 часа. Уже хочется немного спать. Но сначала мы все-таки покушаем. Мы внутри английского паба. Не хочу никого отвлекать. Кушать такой просто очень интересный. Загадочный. Английский паб. Вот я дождалась наконец-то свою еду. Здесь на кухне. Так что нет. Обычно английская еда — это рыба и чипсы. И также овощи, которые обычно просто отварены и не имеют никакого вкуса. Ну а я вместо рыбы заказала курицу, потому что рыба не делает слишком жирную. Также я люблю J2O. Это один из моих любимых английских напитков, которые я все время пью в пабах и в клубах. So what do? Do you try to pull that into a... Thank you very much. Anything else I can get for you?